Всем привет! Сегодня расскажу вам о хозяйственном пылесосе Artico PU-15-1200M1. Пылесос предназначен для сухой и влажной уборки в мастерских, офисах, квартирах и пригоден для сбора небольшого количества влаги. Емкость бака 15 литров, длина всасывающего шланга 2 метра, мощность двигателя 1200 Вт. Пылесос оснащен HEPA-фильтром, который обеспечивает тонкую очистку при любой загрязненности. Пылесос имеет компактные размеры, малый вес 4,5 кг и низкий уровень шума. Позиционируется в серии Master, гарантия производителя 5 лет. Упакован в надежную информативную коробку, на которой указано. Технические характеристики, комплектация и краткое описание. Давайте откроем, проверим комплектацию. Пылесос. Бумажный одноразовый мешок. Фильтр для влажной уборки. Фильтр HEPA. Пластиковый гофрошланг. Труба составная. Насадка универсальная. Насадка щелевая. Переходник для подключения к инструменту 4 диаметров. Кольцо 4 штуки. Руководство по эксплуатации. Подготовим пылесос к работе. Установим 4 колеса. Специальное отверстие в нижней части бака. В зависимости от вида уборки установим соответствующий фильтр. Для сухой уборки, без всасывания влаги, на моторный блок установим фильтр HEPA. А с внутренней стороны бака на гнездо установим мешок. Обращаю ваше внимание, работа без фильтра и мешка категорически запрещена. При влажной уборке на моторный блок устанавливается только полиуретановый фильтр. Мешок не устанавливается. Следите за тем, чтобы поплавковый клапан свободно перемещался в корпусе фильтра и находился в нижнем положении. После установки соответствующего фильтра необходимо правильно установить моторный блок на бак и заблокировать два замка.
отмечу, что установка моторного блока возможна в широком диапазоне положений. Главное, чтобы надежно застегнули замки. Установим шланг в корпус до фиксации. С другой стороны шланга установим щелевую или универсальную насадку по необходимости. Если длины шланга недостаточно, используем удлинительную трубу. Одну секцию или две. Пылесос готов к работе. Подключается пылесос к обычной электрической сети, кабелем, длина которого 4,5 метра. И запускается отдельной кнопкой во влагозащищенном исполнении. Проведем эксперимент. Соберем воду. Вода ушла в бак. По окончании уборки пылесос необходимо почистить. После сухой уборки пылесборный мешок по мере заполнения выбрасывается, а HEPA-фильтр чистится. После влажной уборки полиуретановый фильтр промывается водой с мылом, споласкивается и обязательно сушится. Также при сильном загрязнении необходимо почистить внутреннюю поверхность бака. Обращаю ваше внимание, при влажной уборке пылесос предназначен для сбора воды и бытовых моющих растворов. Не применяйте пылесос для сбора солей, кислот, агрессивных и взрывопожароопасных жидкостей. Пылесос прост в исполнении и надежен в эксплуатации. Итак, хозяйственный пылесос торговой марки Zuber серии Master. Артикул ПУ-15-1200М1 с гарантией 5 лет. На этом у меня все. До свидания. До новых встреч.